Так, здравствуйте, дорогие мои подписчики моего канала. Сегодня я собираю картофель. Вот такой крупный. Вот такой, как похоже на сердце. Да, что-то такое есть. Да, вот такой картофель. Крупный у нас, хороший. Очень хороший. Мы очень рады, что у нас такой крупный картофель. Одной картошкой даже можно вполне наесться. Вот они, кусты у нас сейчас поверну. Видите, какой крупный картофель у нас. Вот такой. Вот это такой крупный. Там жук сидит, жрет. Вот то ли жук сожрал картофель у нас, и даже и у соседей тоже много есть сожрата. То ли улитки. И попадается много. Откидываем вот такой порченный. Черный. От дождей. Под осень мы, вот видите, даже есть вот такие картофель. Смотрите, видите? Это, я думаю, от влаги, что он вот такой стал, да? Или что-то витаминов каких-то, или избыток этого. Вот. Мы под осень сеяли горчицу и немножко овса. В этом году сейчас тоже будет горчица и овес побольше овса. Овес дешевле, 90 рублей ведро. А горчица сейчас не знаю почем. В том году было 70, я купала. Вот. Вот она. Картошка очень хорошая. Вот видите, какая. Что-то, ребята, кто знает, пишите в комментариях на ютубе. Я буду рада всем вашим откликам. Что, почему такой вот у нас попадается картофель, вот такой, с чем это связано. Кто знает, пишите. Вот, видите, какой картошечка. Сейчас мы с Ирой пообщаемся. Она нам скажет, что у ней, сколько она собирает картофеля. И как у ней с двух кустов. Так, Ира вот картошку собирает. Так, вот здесь она уже собирала картофель, у нее полное ведро было. Сейчас она начнется с этой. Вот, и с двух кустов у нее получается ведро. Так, Ира? Да. Потому что картошка, видите, какая? Где два, где три. Ты землю отряхни хорошенько. Вот. Видите? Где два, говорит, куста, где и три куста, да, Ира? Да. Все зависит от величины картофелины, какая попадается. Но обычно, скорее всего, два бывает. Так, Ира? Да. Николай уже перевозит картофель. Все скапано. Уже все есть. Вот, сейчас пойдем посмотрим там и покажу. У нас картофель. Видите? Если картошка чистится, еще рано. Надо, чтобы она еще немножечко полежала по земле. Но так как все начали копать картофель, мы решили не рисковать. Потому что один огород остается, то еще неизвестно, что будет. Придешь, и пол огорода не будет. И такое может быть. Да. Вот такие вот у нас. Почему? Я не знаю, почему вот это происходит. Так вот. Кто знает, девчонки, ребята, напишите, я буду. Это, наверное, или переизбыток какого-то вещества, или от дождей. Ну вот и все. Спасибо вам, что посещаете мой канал. Вот. Какая природа у нас. Солнце светит. Сегодня погода очень хорошая. Я буду рада, кто еще подпишется на мой канал. Подписывайтесь, кто не подписан. Марина Ширина на ютубе. Марисабель. Я жду ваши комментарии, отклики. Спасибо всем, кто посещает мой канал. Вот Иринка идет. Набрала картофель. Ведро целое. У ней даже падает он. Вон, собери, вон там. Он видел? Упала. Она побольше все и мало. Да, вот. Нажим ему на поесть. Вот он. Вот так вот. Ну все, пока-пока. Счастливы всем. Хороших выходных. Здоровья всем.
И самое главное, чтобы все было хорошо у вас и в вашем доме.